слушай, Гуся, не бойся, отойди чуть-чуть, он боится вас. Вот. Ой, лебедь, смотрите, ой. Ничего себе, за хлебом прилетел. На, тебе тоже, конечно. Полетел. Вот. Я больше не хочу. Вот они, смотрите. Мне очень резко. Ой, что-то я далеко бросила. Ой, они прямо из рук берут, смотрите. Они, я боюсь из рук. Ну да, осторожно, может цапнуть. Красавцы такие, да? Там, наверное, где синий. Угу. Скажите, что это собачка со хвостом. Они убегают. Они, наверное, пить теперь хотят, Алиса. Они накушались хлеба, хотят пить. Пошли водички попить, видишь? Ну что, пойдем на качельку покатаемся пока. Здесь еще и детская площадка есть. Вообще красота. Вот такой красивый парк. Даже две детских площадки. Ну, вообще красота. Вот он, замок. А это все мы гуляем вокруг замка. Качельки. Качалки. Ну все, мы увидели песочек и, по-моему, здесь надолго, да? Котенок. А там колокола какие-то звонят. А там церковь. Ты делаешь замок из песочка, Зайнка? Давай. Алис, посмотри, девочки сейчас полезут. Смотри. На горку. Сверху камушек поставили такой. И палочку. Готово, архитектор? Подожди. Нет, еще не готово. А, еще один. Еще один будет замок, Алис? Смотрите, нужно сделать стенку. Точно, еще крепостную стену вокруг. Сломал. Ничего, моя хорошая, мы новый пустим. Сапога. Опа! Остановить тебя? Хочешь спуститься? Сама остановится, хорошо. На горку не хочешь? Нет? Опять песочек, ну ладно. Такая красота, что хочется все время снимать. Вот он, бельгийский прогноз погоды. После обеда обещали дождь. Наоборот, только распогодилось. Ого, а там дальше она не пройдет, наверное, вот по этим.
Здесь есть еще вот такая вот большая площадка с большой горкой, с трубой. Еще вон такая. Вот так. Получается? Сама получается. Жюстин прошла. А теперь куда? А теперь куда хочешь, наверное, туда или туда. Ого, ты на турнике висишь, что ли? Ты какой? Бесянки идут. Идут. Бесянки идут. Давай мне. Что тут идут? Бесянки идут. Да? Да. Ой. Горка куда-то вниз уходит. Так. Подожди, она залезет на нее? Опа, Жюстин приехала. Не страшно? Вот такие цветочки красивые здесь. Давай поезжай, Алис. Тебя Жушка там ждет. Опа, вместе с папой приехали. Еще нужно обходить все заново. Здесь паутина. Ого! Осторожно! Это высоко, паучок! Вон уже один паучок наверху. Эй, паучок, подожди. Алис, осторожно, это высоко. А? Давай по мостику, Жюстин. Что? Смотри, какой мостик. Пройди по мостику с одной на другую. Окей. Я упаду, я капут. Не упадешь. Куда ты упадешь? А, свою. Вон, смотри, какие горки хорошие. Вон туда пошли. Ух ты, какая штука. Ух. Здорово. Сама поедешь, держись крепко. Опа. Молодец!